Мы, конечно, не ожидали, что наше дело вызовет такой отклик у людей по всему миру и будет такая масштабная поддержка. И мы, естественно, очень рады этому и очень благодарны этим людям. И очень здорово, что есть такое разнообразие всеразличных акций, потому что кому-то ближе, кому-то из людей ближе одно, кому-то другое. И очень здорово, что наше дело позволяет людям проявлять какую-то свою творческую фантазию в этих акциях. Но для нас очень важно, чтобы поддержка не заканчивалась, не затухала, так как это влияет на состояние девочек в колонии. Чем меньше будет поддержки, тем будет хуже репрессии вокруг них. А сейчас мы путешествуем по очень многим странам, встречаемся с политиками, с активистами. И одна из главных причин – это напомнить о том, что ситуация не меняется, только ухудшается. С девочками очень важно не останавливаться. Да. Продолжать бороться, продолжать делать акции по всему миру. Это очень важно для нас. Для нас очень важна эта поддержка. И она важна для девочек, она важна для нашего дела в принципе. Наши политики не должны забывать о том, что весь мир смотрит, наблюдает и не забывает об этом. Они всегда должны находиться в напряжении от того, что за ними наблюдают. Да, потому что если расслабиться внимание к этому делу, будет очень много репрессий вокруг девочек. А кроме того, в принципе, ситуация такая, что наше дело – это одно из многих дел. Оно громкое, да, но таких дел, о которых просто никто не говорит, очень много. И через наше дело мы можем помочь другим людям, которые также пострадали. Если мы не будем обращать на это внимание, на то, что произошло с нами, то круг будет смыкаться, и в какой-то момент беда может произойти с каждым.